Всем привет! Сегодня я вам хочу показать, как сделать вот такие красивые ажурные убавочки по одной петельке. Приступим! Пятиушковым декером переносим иголочки на одну иголочку влево. Берем одноушковый декер и соседнюю иголочку слева переносим на иголочку, на которую у нас уже две петли. Провязываем два ряда. И продолжаем также пятиушковым на одну иголочку влево. И одноушковым декером одну иголочку слева переносим вправо, туда, где у нас уже две иголочки. Выдвигаем все иголочки и провязываем два ряда. И теперь наша последняя убавочка. Снимаем 5 иголочек, переносим на одну и провязываем 2 ряда в этом ряду. В последнем нам не нужно переносить вот эту крайнюю иголочку. 2 ряда. Теперь мы закрываем наши петельки.